Ну что, дорогие друзья, несмотря на мороз, солнце, привезенное с Канарских островов, упорно работает в Германии. Холодно, но ярко. Такая погода намного лучше, чем пасмурно и сыро. В Германии начало дня, утро. Солнечно, плюс 2 градуса. Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала «Германия утро», и мы готовим завтрак. Сегодня я буду делать сырники. Рецепт сырников я оставлю под роликом. Сегодня мы с вами будем готовить сырники. Творог я взяла разной жирности, 1-2,5%, другой 33%. Буду смешивать одно яйцо. И вот здесь у меня соль с сахаром смешана. Я ее тоже использую. Нам нужно обязательно добавить 2 столовые ложки муки. Способов разделки сырников много, но у каждой хозяйки есть свой любимый. Попробую делать так, как я делаю это с котлетками.
Сырники готовы. Обтираем сковородку кухонным полотенцем бумажным. Он впитает весь жир. Ну вот так. Сырнички на завтрак готовы. Посуда помыта. Нужно сказать, что мыть посуду после творога и муки лучше холодной водой, а потом сполоснуть уже горячей или теплой. Ну вот, чистота, красота. Идем готовить стол к завтраку. Ну вот такой у меня сегодня завтрак. Сырники с йогуртом и брусникой. Это очень вкусно и полезно. Вот такой прекрасный завтрак у меня получился. Делаю я его не часто, один раз в 2-3 месяца, но очень люблю. Его не очень признает мой муж. Вы знаете, он на завтрак любит фасоль в томате с колбасой и беконом. Но сегодня он тоже на завтрак получил сырники. Вот, что хочу сказать, не забивайте сырники мукой. Это очень важно. Ну вот, как-то так. Пришла пора нам снова попрощаться. До завтра. До завтра. Здоровья, счастья, любви. Девочки, помните про меня, когда смотрите мои ролики на канале. Есть такая песня, которую я вам все время говорю. Шаг вперед и два назад. Вот сейчас на канале шаг вперед и два назад. Уже месяц мы топчемся на одном и том же показателе. Я ищу свои записи. Так, где у меня мои записи? Вот. Сегодня у нас 69 170 подписчиков. А месяц назад. Так. Ну, в общем, надо сказать, что 69 подписчиков мы получили 13 января. Прошло полмесяца, а у нас даже 200 подписчиков нет на канале. У нас сегодня, например, 165, на завтра 167. Или 167, а на завтра 163, а на послезавтра опять 167. Ну, это так. Шагнем вперед, отступим назад, снова вперед, догоняем свои старые результаты. Это мне не нравится, но от меня это не зависит. Так что не забывайте про меня. Ставьте лайки. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы смотрите его просто так. Это поможет каналу развиваться и жить дальше. Ну вот. А вам всего только самого доброго. До новых волнующих встреч на канале Север. Это моя судьба. И всем пока-пока.